Классная история для Гудвилла, для котировок акций, если вы выходите на биржу. Но это не единственное, это просто один из языков. Ведь мы говорим больше, чаще всего современный человек говорит на трех языках в среднем. Там, русский, английский и русский неофициальный. И когда происходит, просто если отвечать, Екатерина, на ваш вопрос, я считаю, что маркетинг современный – это единственное, это диалог. Диалог с потребителем, но причем, я бы сказал, по-весеннему, диалог с потребителем, с клиентом на одном из пяти языков любви. Не смейтесь, да, есть такая теория, причем там межличностных отношений, а я считаю, что отношения с клиентом – это отношения именно человека с человеком. Нет B2C, нет B2B, есть H2H, human to human. И неважно, даже если мы общаемся с каким-то оператором в интернете, мы все равно общаемся с человеком на том конце провода. Роботы, слава богу, еще так не развились. Один из пяти языков любви, там их много, там забота, время, тактильное ощущение. И то, что, например, мы приходим в красивый офис, для нас это тоже один из языков любви, или удобно, или запарковаться мы можем. Поэтому я считаю, что ответ очень простой – диалог. Диалог на языке любви, и вот об этом даже мой слайд будет один сегодня. Спасибо.